плюс у него же там был и молодежный чемпионат мира, и Олимпийские игры. Это вот все в сезоне 17-18, плюс еще такой же потом взрослый чемпионат мира. В общем, Толвинин успел поиграть везде. Везде играл очень результативно, кроме Нэшвилла. Вот с неудобной и шайба в воротах. Мартинш Диркалс открывает счет в этой встрече. Динамо выходит вперед. 1-0. Ну, Калинш полпериода стоял. Работы у него не было. Один бросок. Вот от Сотникса мы видели.